В последние годы резко возросло значение Транскаспийского международного транспортного коридора в осуществлении перевозок в Евразии. Азербайджан, расположенный на пересечении транспортных путей в направлениях север-юг и восток-запад, проводит в связи с этим многочисленные мероприятия и становится важным транспортным и логистическим центром на Южном Кавказе. Об этом помощник президента Азербайджанской республики Хикмет Гаджиев сказал в интервью китайскому телеканалу «Феникс». Напомнив о том, что Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу «Один поезд». «Один путь», выдвинутый председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Помощник президента отметил, что данный проект позитивно отразился на общем благосостоянии стран, расположенных вдоль маршрута. Азербайджан, который находится между Каспийским и Черным морями, является естественным хабом, связывающим Центральную Азию и Европу, сказал Хикмет Гаджиев. Констатировав, что недавно поезд, направлявшийся из китайского города Сиань через Казахстан и Каспийское море, достиг Азербайджана всего за 11 дней, помощник президента подчеркнул, что данный маршрут еще раз доказал, что является очень важным, конкурентоспособным и выгодным в транспортном отношении. Кроме того, этот маршрут безопасен и надежен. Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан одновременно прилагает усилия для увеличения пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Европейские компании и торговые организации также смогут воспользоваться данным маршрутом для выхода на рынки Китая и Центральной Азии. Гаджиев отметил, что наряду с маршрутом Восток-Запад Азербайджан развивает маршрут Север-Юг. И таким образом Азербайджан признан транспортным и логистическим центром на Евразийском континенте. В интервью была затронута тема проведения в этом году в Азербайджане КОП-29. Отмечено, что поднятый и нерешенный на прошлой конференции вопрос о климатическом финансировании станет главной темой на конференции в Баку. Переход к зеленой энергии – один из наших приоритетов. Мы с нетерпением ждем активной работы с нашими китайскими друзьями на КОП-29 и на последующем этапе, сказал Хикмет Гаджиев. В то же время было подчеркнуто, что Азербайджан, являющийся гарантом энергетической безопасности Европы, экспортирует нефть и природный газ в европейские страны.